Мы начинаем нашу работу, как всегда, с испачкивания холста. Нам нужно намочить холст, чтобы не сопротивлялся набору краски, и набрать голубой цвет, вещества краски набрать на холст, чтобы это стало удобным для набора уточнений. То есть вот эта вязкость фактуры краски, которая сейчас ложится на холст, пригодится нам, когда мы будем уточнять подробности. Видите, мастихином можно штриховать, прямо мастихином. Вот, мастихином можно уложить плоскостью мастихина. Мы и штриховали сейчас, и укладываем облака, которые немножко даже как бы теряются в набранной красочке неба. Макушечки выражаем чуть сильнее, потому что у облаков они освещены солнцем, да, а низушечки теряются в пространстве, в воздухе. И появляется такая легкость, их взвешенность, призрачность, воздушность. Вот мы показываем, как к линии горизонта уйдет вот эта вот часть за счет теневой части облаков, которые повисли над горизонтом. Появились новые километры к горизонту. Сейчас мы мастихином набираем густую красочку белил, показывая, что там есть пенные. Вы видите, еще очень мокро на холсте, поэтому немножко непослушно белило, но тем не менее все укладывается очень естественным, мокрым, водянистым образом. Густую краску мастихин вот держим то так, то вот так, укладываем белило. Белило можно добавить немножко оранжевости, желтый и розовый, для того чтобы они были как бы освещены солнцем. Где-то мы подняли волну. Все это у нас на картиночке есть. То есть мы пишем с фотографии. Мы пишем с фотографии, никакого плагиата. Мы взяли себе материал и работаем с фотоматериала. Что-то у нас будет похоже на картиночку. Что-то мы какой-то произвол сотворим. Вы видите, как легко мастихином раздать вот эту естественность водной среды, ее пластичность. В данном случае плоскость, на которую пришли волны, плоскость берега. Мы ее нарочито горизонтально укладываем, какой-то цветик в нее вписываем, тепловатый, вот зеленовато-коричневатый. И вы видите, структура краски лежит очень горизонтально. Угу. Вот мы наметили еще одну грань пенную. Сначала теневую подбросили, теперь светлые пеночки выкладываем. То есть те, которые освещены. И еще подрезаем теневой, чтобы показать толщину пены над плоскостью берега. И здесь тоже толщина пены над плоскостью берега. Пена оставляет некоторую падающую тень, которую мы сейчас и отчеркнули. Теперь просто показываем пятно будущей лошади. То есть мы еще не нарушаем посторонним цветом ничего, а просто намечаем общий. Ну а теперь уже нарушаем. То есть можно дольше было бы искать этот силуэт призрачный. Мне он долго не понадобился искать. Я уже наполняю синий с коричневым, дает вот эту темноту, которую вы видите. Я наполняю темнотой, уточняю рисунок, вероятно, сейчас будем увеличивать. То есть я сейчас даю только пятно, ничего не прорисовывая внутри, только пятно, поэтому мне совершенно не страшно класть краску. Где надо, я ее подвину. Ну, видите, я начал с уменьшенного размера, для того, чтобы иметь ресурс на увеличение, для того, чтобы не напачкать в море, которое уже красиво легло.
Вот когда мы пишем ноги, лошади или человека, ли, нас интересуют те геометрические фигуры, которые образуются между ногами. Вот в данном случае я, глядя на, уточняя ноги, наблюдал именно геометрические фигуры между ногами. Глядя на картинку, конечно. Вот вы видите, совершенно ощущение пены, освещенной солнцем. Хотя это несколько движений прошло. Я думаю, что если вы попробуете этот номер сами, с морем, у вас тоже получится похожее. То есть вот такое море писать очень легко. Там, где нет вот внятной волны. Ну, видите, можно пальцем уточнять рисунок. И даже снять всю краску для того, чтобы положить более темно. Она смешалась с белилами, стала недостаточно темной. Сейчас мы все это сняли. Видите, по форме набираю. И вот уже более темный, без белил. Уже не подмешивается нижний слой, который был первоначально. Вот. И набираю достаточно темно. Уточняю форму ног. Вот то, что я говорил. Геометрические фигуры, образовавшиеся между ногами. Вот они нас интересуют больше, чем сам силуэт ноги. Вот, я прочитал грамотно, постарался прочитать эти силуэты между ног. А уточнить уже сам силуэт ноги, ну, вы сами понимаете, дело нехитрое. Утолщение в районе колена, утолщение в районе копыта. А главное, вот опять же напоминаю, очень важно проследить геометрические фигуры, получившиеся между ног фигуры лошади. Особенно, когда их целых 4. Человек, когда сидит, складывается, вот тогда у него подобная ситуация. А у лошади там целых 3 геометрические фигуры. Внятные. Вот мастихином я таким характерным движением, макающим движением, набиваю сейчас пену, которая подняла лошадь своим движением. Густота краски сама создает, вы видите, рельеф, брызг. Кромкой мастихина можно уточнять рисунок. Вы видите, что я делаю? Кромкой мастихина выедаю лишнюю краску, чтобы туда уложить чистый цвет и уже больше к этим местам не возвращаться. То есть, таким образом я уточнил рисунок. Вы видите, как он подрезает. Ну, а уже чистым цветом я укладываю и уточняю силуэт. Внутри лошади есть какой-то муарчик с темных и светлых линий. То есть вы видите, светлость светлого на лошади не равна светлому вокруг лошади. Лошадь смотрится пятном у нас, внятным темным пятном. Поэтому все светлые пятна, которые я укладываю, все равно сохраняют силуэт лошади темным. То есть работа в тоне в данном случае, то есть в степени темности, очень важна. Чтобы у нас на лошади не были светлых пятен, равных морю. Ну, тоненькой кисточкой уточняем рисунок. Это как все равно, что если бы мы работали бы карандашом. Все те же привычки, все те же проблемы. Ну, кто более опытен в рисунке, конечно, им достанется это легче. Вот. Ну, а тем, кто еще не опытен, ну, чуть-чуть навыка, чуть-чуть усердие, и будет
все похоже на настоящую лошадь. В данном случае проблема моря важнее, чем проблема лошади. Если нам бы удалось вот такую среду, если бы вам удалось такую среду легко бы набрать, то у вас... то вопрос лошади был бы второстепенным. А среду достаточно легко вы видели набрать. Вот уточнение этих светлых пятен на теле. Это бликующие места на теле лошади. Ну, где-то деликатничают, где-то вы видите какие-то характерные мазочечки. Только чиркающие мазоки или... или просто кроющий, как сейчас. Дальничек обнаружен мною сейчас, вот я набираю. Тем же практически цветом, что и лошадь. Синий, коричневый, ну плюс может быть желтота. И у нас плюс разбил, ну разбил там сам подмешался. И у нас появляется силуэт каких-то скалочек на втором плане. Вот, естественно, пены, волны бьются о скалы, пены рождают, и вот белым мы там их подчеркиваем. Снова возвращаемся к морю, и в тех местах, где лошадь нам не заслонила его, добираем красивые моменты, выбирая их на картинке, на фотографии, выбираем то, что нам выгодно подложить. То есть у нас не совсем точно изображается картинка. То есть мы берем только то, что нам выгодно. Вот усилил передний план, его присутствие здесь, возле лошади. Но это все такие уточняющие уже моменты, которые... Вот тоже важный, наверное, момент, когда мы уже более чистыми белилами, еле-еле касаясь холста, плоским мастихином, взяв разбел или просто белило, еле-еле касаемся того, что мы уже положили, это еле-еле оставляет вот такой деликатный след, напоминающий взбитую пену. Пена у нас по вертикали набирается, вы видите. То есть это такие ступени пены. Вот, теневая под валиком пены. Все это нормальные вещи. Если мы... Дело в том, что как только мы начнем с вами писать, мы это все начнем видеть у природы. У нас появится проблема света и тени. С первой же картинки появится. И потом мы уже волей-неволей, смотря на природу, начинаем замечать эти вещи. Вот. Что темнее, что светлее, как звучит пятно дерева, пятно моря, ну и так далее. Очень много начнем замечать, как только мы начнем писать. Для нас мир просто преобразится. Ну вот вертикали пены, горизонтали лежащей, взбитой пены, вертикали, горизонтали лежащей пены, которая накатила на берег. И вот это вот соседство вертикали и горизонтали, оно звучит. Сразу понятно, это лежит, это взбито вверх. Отражение. То есть та же краска, что у нас лошадь. Из чего у нас лошадь состоит? Мы ей уже набираем и отражение от лошади. На картинке оно мало выражено. Мы чуть-чуть добавляем больше силуэта этому отражению, как некому выгодному для нас пятну. Сейчас мы даем нарочитый вертикальный характер отражения. Прям мастихином сбили краску. А теперь
подхватили с палитры вот этих пеночек светленьких и перерубили. В итоге мы и вертикальность отражения показали, и горизонтальность плоскости. Очень, очень удобный ход, с которым мы еще встретимся не раз. Немножко усилим толщину валика пены. Горизонталики этих остатков пены, остатков воды на берегу укладываем. Ну, уже такие марафетного характера вещи. Уточняем линию горизонтика. Между прочим, ровная линия горизонта очень часто становится проблемой даже для серьезных художников. Поэтому, если у вас не будет получаться очень ровной линии, возьмите малярный скотч, положите вдоль линии горизонта, обустройте ровную линию. Ну и наоборот, если получится без скотча, можете собой гордиться. Да, вот макушечки переднего этажика, дальнего планчика облаков выстраиваем. Характер, да, вот туда уходит оно немножечко, как шторочка, уходит туда под линию горизонтика. И появляется, как бы и погода появляется, ветерок появился, он, который дунул в этом направлении. И облака все имеют некий ритм, некое направление. От этого появляется погода. Видите, и пальцем можно, и мастихином, и кистью можно. А до кисти эти руки не дошли. Ну, если бы надо было что-то более деликатное в небе нарисовать, конечно, бы сделали кистью. А так, мастихин, пальцы. Вот, можно, конечно, лошадку рисовать и по сухому, то есть, допустим, красочка высохла, и деликатненько, имея возможность облокачиваться на холст уже сухой, ну, скажем, через пару дней, взять и дорисовать лошадь, как карандашиком, по сухому, спокойно, деликатно. Вот. Поэтому не обязательно это все должно произойти в первом сеансе, ну, в моем случае это легко досталось в первом сеансе, а в вашем, если что, дождетесь, когда высохнет, вот в этом этапе дождетесь, когда высохнет. А вот море лучше с первого раза сделать. Вот все, что окружает лошадь, сделать с первого раза обязательно. Лошадь обязательно сделать хорошим силуэтом. Чуть-чуть ее нарисовать, а потом, если что, по-сухому довести до ума через пару дней. Ну, а если у вас получится с первого раза хорошо, опять же, честь и хвала. С первого раза чем хорошо? Очень скульптурно пишется. Краска сырая, и получается очень скульптурное письмо. По-сухому это будет уже больше такое натирающее письмо. Ну вот, видите, художник удовлетворен своей работой.